Всем привет, YouTube привет. Вот небольшой анонсик клея. Вот таких три палочки я купил клея. Фамилия у него Матрикс. Как сказали продавцы, турецкий. Но ничего подобного нет. Я вот поработал пару дней, попробовал этот клей, поехал и все это, что у них было, купил. Но как оказалось, вот в таких количествах. Этого упаковка почти была. Белого тут 3, 6, 8 палочек. Ну и черный. В принципе, что хочу сказать. Я поработал клеем. Вот у меня сейчас, как видно, тут 29,3. Ну, уже пол седьмого. Вот. И сегодня тучки пришли. Вот. Как мы видим, тучи на улице, то есть ниже такой жары, как вот вчера, допустим, в это же время уже нету. Так и что хочу сказать, вот этот клей я в основном, как видно по расходникам, вот работал белым. Меня удивило, что он даже при 30 градусной жарюке довольно сносно работает. Естественно, температура у меня вот была, ну там где-то 125, может быть, чуть меньше 130 градусов выставлено. Вот. И прекрасно он работает. Я вот занимался тут немножко парочком. То есть работал клеем, клеевой. Тут кое-какие помарочки надо было подвытащить. Вот. И он меня очень порадовал. Ну, тесты снимать, как вот клеить грибки и прочее, я не буду. Скажу, что просто вот этот клей Матрикс, вот фамилия у него тут, вот такие мне в пачках достались, не знаю, кто из них кто, но особо любопытных могут набрать, значит, сайт Матрикса. Вот, но опять же повторюсь, вот она бирка, здесь это все написано, что вроде немцы. И тут же написано чуть пониже, что производитель Китай. Вот так вот я немножко притарился. Что хочу сказать. Значит, клей очень эластичный. Вот как мы видим. Вот очень эластичный, мягкий. И, честно говоря, я попробовал все три вот этих экземпляра, три образца, и не нашел среди них как бы фаворита. У меня сложилось такое впечатление, что это просто-напросто химсостав один, просто разные красители. Ну, вот так получилось, я заехал в строймагазин и все по остатку у них забрал. Почему? Потому что при жаре, работая вот этим клеем Акфиксом турецким, вот, и работая украинским клеем, вот тут у меня черный, белый есть тоже, он чуть-чуть послабже. Ему надо, чтобы температура была, ну, где-то до 25, он эффективно работает. Вот поэтому я и купил. То есть, как бы для жары, ну, когда тридцатник в помещении, вот, то вот этим клеем достаточно неплохо работает. Вот такая вот небольшая киношечка про клей. Анонс вот такого клея Матрикса. Ну, кто что знает, пишите, рассказывайте. Я думаю, пригодится людям. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.